Соня, вот тебе букет от Федерации Гребли. Такой же симпатичный, как и ты. Три финала и три медали. С таким результатом с первенства мира по гребле на байдарках и каноэ вернулась алтайская спортсменка София Штиль. Лучший результат удалось показать на 200-метровой дистанции. В паре с самарской каноисткой девушка взяла серебро. Полукилометровые дистанции дались чуть сложнее. Итог – две бронзы. Я выложилась, но я думала, что вот в четверке мы по-любому будет первым. Просто мы все заряжены, столько были, но вот мы все сделали, тут уже ничего не сделаешь. Несмотря на то, что золото взять не удалось, результатом юная каноистка осталась довольна. Благодаря труду, благодаря тренерам. Потому что в меня вкладывали, есть отдача. Если вкладываешь человека, всегда есть отдача. Если не вкладываешь, нет отдачи. Доволен результатом и тренер Софии. Гордится, что его воспитанница вышла на мировой уровень и уже готовится к следующим соревнованиям. Для нас три медали с первенства мира по гребле – это значимый результат, от которого мы только будем планку повышать, расти и работать дальше на будущее. К слову, для алтайской школы имени Костенко это не первый успех международного уровня. Один из воспитанников, Артем Пискун, уже становился победителем первенства мира в 2018 году. В следующем порадовал Владлен Ушаков. С первенства Европы он вернулся с серебром. И, быть может, кто-то из этих талантливых ребят уже через три года загребет золото на Олимпиаде в Париже. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.